Точно, знакомься, это потрясные питомцы Jigglypuffs! Нажми на них, и начнется веселье! С ними так и хочется потанцевать! Только посмотри, как они смешно двигаются! У них такая мягкая, тянущаяся и приятная на ощупь шерстка, которую так и хочется потрогать! Можно выбрать одну из трех песен и устроить потрясную вечеринку. Играй, танцуй и веселись вместе с ними. Почувствуй веселую встряску с Jigglypuffs. Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришник. Мир не видал такого контента, такой харизмы. На 5 миллионов выйдет клип, а со мной сегодня Савик 1234. И сегодня мы снимем выбери правильную яму портал челлендж щенячьего патруля. Но в реальной жизни, а не в Майнкрафте. Просто посмотрите, какой он крутой. Как вы знаете, суть этих портал и ям в том, что нам нужно выбрать правильную яму, прыгнуть в нее, и мы окажемся в мире этих замечательных персонажей. У нас есть желтый, зеленый и синий портал. Давайте сейчас выберем персонажа, в портал которого мы будем прыгать. У нас здесь Крепыш, Рокки и Гонщик. Софик, давай определимся. Вот смотри, Крепыш ведь у нас добрый, дружелюбный и эмоциональный, просто душа компании. Он может подружиться абсолютно с кем угодно. А еще любит поесть, мне кажется. Может быть, этот портал выберем? Ну, у нас же есть другие, остальные. Ну, вот, например, Гонщик. Гонщик всегда поможет своему другу. Он очень ответственный. Ну, в остальное время, конечно же, он играет. Лучший друг маршала. Ну, и не оставит никого в беде. Я думаю, Гонщика нужно выбрать. А Рокки — эко-щенок, ребята. Он следит за тем, чтобы в мире щенячьего патруля было максимально чисто. У него даже есть специальная клешня, с помощью которой он собирает мусор. И просто специалист на все руки, серьезно. Они все классные и невероятно крутые. Нам сейчас нужно выбрать одного, портал яму которого мы прыгнем. Так давай выбирать, там в какую яму мы будем прыгать? Гонщик активный и классный. Этот за экологией следит. А Крепыш дружелюбный толстячок. Даже не знаю. Слушай, ну смотри, ну если пораздумать мозгами, здесь мы будем на помойке собирать мусор. Здесь мы будем спасать, наверное, собак от деревьев. А здесь, я не знаю, мы будем просто хавать. Давай сюда прыгнем. Ну, так-то это, наверное, самый безопасный портал. Но все-таки, может быть, Гонщика выберем, чтобы было интересно. Ну, вот так-то да, логично, блин. И, ребят, давайте договоримся так. В портал Рокки мы прыгнем за 70 тысяч лайков потом. А в яму портал Крепыша на 80 тысяч лайков. Нам нужно куртки с собой взять. Слушай, точно, блин, там, наверное, холодно будет. Они же все в одежде, ребята. А у меня тут что? Ай, блин, ёкарный, у меня ж ключи от дома. Ну что, давай начинаем. Давай. Главное, раньше времени в этот портал не упасть. Блин, я капец переживаю за тебя, Артём. Ну что, прыгаю? Будь аккуратен. Все, погнал. Обалдеть, он реально туда провалился. Ёкарный бабай, теперь моя, видимо, очередь, ребята. Надо куртку хоть одеть, а то там, наверное, холодно. Ладно, была не была. О, капец страшно. Фух, раз, два. Обалдеть, мы реально попали сюда. Портал реально работает. Видимо, это мир щенячьего патруля. Так, Артём, мы опять на какой-то заброшке. Слушай, ну, видимо, их это база или где они прячутся. Давай сейчас максимально все изучим. Слушай, как ты думаешь, мы вообще в городе или нет? Давай наверх максимально поднимемся, и сверху уже будет понятней. Этаж 7, наверное. На такой заброшке я никогда не был. Вау! Я не знаю, где мы, но здесь, если ты видишь, какая-то странная атмосфера. Обалдеть. Слушай, ну мы явно где-то на окраине города. Нас портал сюда
затащил. И высоко-то главное как. Чуть не плюхнулся. Мы должны с тобой найти щенят. Рилдарья. Мы же прыгнули в портал гонщика, значит, здесь по-любому должен быть где-то гонщик. Гонщик, ты тут? Кстати, а гонщик друг маршала. Возможно, и маршал здесь есть. Реально? А возможно, и Рокки, и все остальные. Давай сейчас все этажи осмотрим. А, давай. Ну ничего тут нет, может хотя бы на улицу выйдем. Так вот она улица, только здесь пройти нужно очень сложно. А потом препятствие из досок и через какую-то воду. Кстати, здесь проход как будто для собак. Прям специально по прямой, на четвереньках. Но ты настоящий паркурист, Артем. Только аккуратно, ты упадешь либо в яму с палками, либо в яму с шинами. Ой, ё-моё, тяжело стоять-то, а? Но ногу тут можно сломать. Так, сейчас. Фу, все, давай, теперь твоя очередь. А, аккуратно. Оп, оп, все. Затопленный подвал перед выходом на улицу. Обалдеть. А камень-то какой? Как сюда такое притащить можно? Посмотрите. Мне просто даже интересно посмотреть, что же там находится. Ребята, пойдемте за мной. Поглядим. Я думаю, что вам 100% интересно, что же находится здесь. Здесь, ребята, все затоплено. Здесь 1.5 метра воды. Вон, видите? Я кинул камень. Обалдеть. Ой, господи, тут везде все затоплено. Еще и камни падают прямо с потолка. Ребята, здесь небезопасно, потому что здесь целых 7 этажей над нами. Ладно, нужно найти гонщика. Скорее всего, можем найти его следы на улице. Но это не точно. Артем, только, пожалуйста, аккуратно, эти доски могут быть гнилыми и с гвоздями. Да тут фиг проберешься. Даже непонятно, как мы обратно будем отсюда возвращаться. Это еще непонятно, в каком мы городе. Может, мы в городе, где-то у нас подписчики живут. Аккуратно, любая палочка может в любой момент проломиться. Так, аккуратно. Фух. Все, ну вот мы и на улице. Где нам искать гонщика? Сейчас там какая-то открытая местность есть. Давай туда выйдем. Давай, может, там следы найдем. Смотри. Это же маршал. Настоящий. Обалдеть. 1, 2, 3. Кто здесь? Щенячий же патруль хороший. Наверное, да. Нас не тронет. Привет, маршал! Привет, ребята! Офигеть, настоящий! Смотрите, и пятнышки, как у долматинца, и значок пожарника. Ой, слушайте, здравствуйте, приятно с вами познакомиться, канал Аришнев 4.5, но это ладно. Капец, Сафик, что ты? Я в шоке. А вас тут много на этой заброшке. Но здесь мы живем всей своей дружной командой, хотите кого-нибудь позову? Слушай, да, конечно, было бы круто вообще. Гонщик, иди сюда. Привет, ребята! Это можете руку на руле не держать, успокоиться. Тоже смотрите, и значок, и погоны. Ошалеть можно, а? Может, вы еще кого-нибудь покажете из ваших друзей? Конечно, покажем. Только сейчас здесь небезопасно. На наш дом недавно напали аниматроники. Так мы не видели никаких аниматроников. Мы тут все обошли. Их было слишком много, Раф. Поэтому мы убежали в лес и обосновались здесь. Пойдемте побыстрее зайдем в дом, Раф. Потому что на улице слишком опасно, Раф. Хорошо, только можно тоже с вами познакомиться. Все, давайте, ведите, куда бежать? Туда, Раф, побежали. Нормально тут у вас. А сколько аниматроников-то на вас напало? Я не знаю, где-то 1 000 000. Не бегу! Ну, это хорошо, что у нас подписчики есть. У нас же 4.5 миллиона. Аниматроников всего 1 000 000. Если каждый подписчик возьмет на себя хотя бы по одному аниматронику, хотя бы каждый четвертый, то мы уже с ними разберемся. Ребята, кто хочет вступить в нашу банду и помочь щенячьему патрулю вернуться домой, то прямо сейчас поставьте лайк под этим роликом и подпишитесь на канал. Так мы узнаем, сколько подписчиков пойдет на драчку с аниматрониками. Нифига! А это что такое? А это наш дом! Вообще круто! Да, Сафик! А где Сафик? Не знаю, он шел за нами. Его же могли эти аниматроники украсть! Побежали его искать! Эй, подождите меня! Да где же он?
Это что такое? Это же рюкзак. Когда мы сюда бежали, его здесь не было. Ну-ка, понюхай, понюхай. Интересно, что там внутри? Савик, я иду! Савик, давай быстрее! Чё ты, чё ты? Савик, где ты? Же он, крик был же отсюда. Мы нашли Сафика. Ну ладно, давай беги. Побежали. Давай. Все будет в порядке, Раф. Сафик, не переживай, помощь уже идет. Раф. О, Артем. Что с тобой, Сафик? Кто тебя так? Артем, вы ушли вперед, а я остался, чтобы завязать шнурки. На меня напали аниматроники. Я от них начал бежать, они меня уцепили. Немножко поцарапали лицо. И хорошо, что щенячий патруль мне помог. Ну ты одному-то хотя бы дал, дал? Я дал, но я промазал. Давай, вставай. Ладно, мы там когда бежали тебя спасать, какой-то рюкзак видели. Не было времени его осмотреть. Давай к нему пойдем. Давай. Может быть, так мы выберемся из этого портала. Да ладно, не кашляй, нормально все будет. Сейчас рюкзак и... сразу домой. Вот, лежит на месте. Хорошо, что его никто не спер. Может, тут что-то полезное будет лежать. Слушай, может, и рюкзак собак? Да тут какие-то футболки. Ага. Каска, фонарик какой-то. Каска, причем нормальная. Еще футболка. Желтые тапочки. Какой-то беспонтовый набор, фиг пойми чего. И мобила! Ну-ка, включи, она работает вообще? Не включается, слушай. Не работает никак, ребята. Полностью вырублен. А давай симку вытащим и в мой телефон засунем. Слушай, да фигня это все. Хотя, подожди. У нас же два щенячьих патруля. Вы же песики, может, понюхайте и найдете хозяина этого телефона. И мы сможем его вернуть. Давайте, возьмите след там как следует. Так удобно с этими собаками. Слушай, тут записка какая-то. Да, если вы попали в этот мир, то срочно ищите выход. Это не шутка. Щенки могут показаться дружелюбными, и, возможно, вам захочется здесь остаться. Но прошу вас от всей души, возвращайтесь в свой мир. У меня нет времени объяснять причины. Просто поверьте мне, вы не хотите оставаться здесь надолго. Артём... Да не, да нехороший, чё? Ты чё, с ума сошёл? Этот человек понимает, что мы находимся именно здесь. И он предупреждает нас об опасности, что щенки не такие добрые, какими кажутся. Вдруг он ошибается? Хоть они меня и спасли, но что-то они были наравне с аниматрониками. Они такие же опасные. Да, так и так же мощно дерутся. Так-то щенков 5, аниматроников флям. Это получается каждый аниматроник на щенка. Короче, Артём, нам нужно отсюда сматываться. И причём быстрее. Давай подписчиков спросим, как нам поступить. Ребята, напишите в комментариях прямо сейчас, какие действия мы можем предпринять, чтобы отсюда исчезнуть и вернуться домой, только незаметно от щенячьего патруля. Ребята, реально, напишите свои идеи в комментариях. Может, вернуться обратно в портал, хотя я даже не знаю, где он. Может, уехать на самолете или на машине уехать. Может, на такси. Уже кто-то комментарий написал. Ну-ка, тут написано, что найдите портал и вернитесь домой. И еще кто-то. Ну-ка, подними. А здесь написано, найдите машину и уедьте отсюда. Ну так-то портал искать запарно. Это получается, можно найти портал и вернуться домой. А можно найти машину. Короче, и просто Артем, отсюда... хватит болтать. Нам нужно быстрее приступать к действиям. Ну или, в общем, короче, нам... Ну что там, записка? А что в ней? Расскажите нам, а то мы не умеем читать. А тут реклама борща вкусного. Вот. Да, рецепт. Там рецепт, там, чтобы сварить борщ, надо 25 вот. Картошек. И свекла, и про морковку написано. В общем, фигня. Ну, я дома приготовлю, но рецепт так себе. Давайте все уберем. Обратно, да. Мы, кажется, знаем, где может быть хозяин рюкзака. Оставим, как лежало. Мы его сейчас с Сафиком найдем. А вы можете пока здесь поохранять рюкзак. Да, супер, поохраняй.
опять рюкзак? Там дорогущий телефон, капец. Да, вы здесь останьтесь пока. Вот, вы охраняете рюкзак, а мы с Сафиком пойдем и найдем этого чела, бро Хоуми, давай. Да, мы быстро. Нет, мы пойдем с вами. Должен же вас кто-то охранять. Да я говорю, мы сами справимся, никаких проблем. Да, рюкзак-то надо кому-то охранять же. Я сказал, мы идем с вами. Да. Ну, ладно, хорошо. Давайте туда вроде. Туда пойдем. Как-то совсем темно тут. Страшно немножко, да? Да нет, все хорошо. Мы здесь уже давно живем. А, ладно, как скажете. А че вы вообще не захотели сумку-то охранять? Ну, вас же кто-то должен охранять. Ну, ладно, хорошо. А вы точно нас правильно ведете? Да, конечно, правильно. Нам мы дальше туда нам. 100%. Да, пойдемте. Я здесь никого не вижу. А где же этот хозяин рюкзака? А то мы его тоже долго ищем, ура! Да, точно, по-любому где-то здесь. Вон там. Да, пойдемте там проверим. На крыше всегда все лучше видно просто. Если он где-то тут, рюкзак-то у него желтый был. Да, и он, наверное, сам желтый. Он, наверное, из доставки вообще. Сверху его по-любому видно будет. Так, Сафик, надо... Мне кажется, проваливать. Потому что, наверное, этот человек тоже прыгнул в портал, оказался в этом мире и смог сбежать от этих собак. Вот они, видимо, его и ищут. И явно они какие-то недобрые стали, как мы эту записку нашли по-любому. Это правда. Артём! Там моя тачка стоит. Прям как подписчик в комментариях писал. Мы сможем в ней сесть и удрать отсюда. Слушай, главное теперь как свалить от этих псов. Да, нужно их как-то отвлечь, либо хотя бы разделить. У тебя есть какой-нибудь план? Есть одна идейка небольшая. Сейчас попробуем. Слушай, а что это они задумали? Не знаю. Но стоит быть начеку, чтобы они не сбежали, как предыдущие. А, слушайте, мы тут подумали. Вы же не захотели рюкзак тут охранять. А вот найдем мы человека, и рюкзак не сможем отдать. А он яркий. И может мы его здесь повесим сверху на крыше. Человек его и найдет. Только нужно, чтобы кто-то за ним сходил. Мне кажется, что они хотят, чтобы мы разделились. Ничего страшного. Я схожу, а ты оставайся здесь. Хорошо, так и сделаем. Ведь я самый быстрый. И я смогу за ними двоими один угнаться. Хорошо, я схожу. Но гонщик останется с вами. Да. Я остаюсь. А, Артём, блин, они не ушли вдвоем. Нам нужно как-то убежать от гонщика. Я не знаю, может его послать куда-нибудь. Есть одна идея. В рассыпную! Что? В разные стороны. Но ничего, я их обоих догоню. Бежим! Гонщик за нами! Я достал рюкзак. Они что? Убежали. Они обманули меня. Разбежались в стороны. Глупый пес. Ладно, мы их еще поймаем. Ребята, мы попали в портал и засели для вас мир щенячьего патруля. Если хотите больше таких роликов, то соберите под этим 80 тысяч лайков. Быстрее, ребята. Ну, а пока что можете тыкнуть вот сюда. Посмотрите быстрее, ребята, для вас держу. Блин, буквально секунда, ребята, все, уезжаем. Всем пока.